Сегодня мы посещаем город Волгоград. Это предпоследний город в нашей инспекционной поездке, который станет последней, завершающей. Больше в таком объеме, в такой большой группе мы объезжать города не будем. Город Волгоград примет 4 матча. Вы прекрасно знаете, что за последнее время он приобрел большое количество инфраструктуры. Это и новый терминал, и множество автомагистралей, ракадная дорога, идущая вдоль Волги, реконструируется железнодорожный терминал и, естественно, этот прекрасный стадион. Сегодня мы работаем в основном на стадионе. Это центр приложения наших усилий. Конечно, еще будут вестись адаптационные работы, работы по подготовке стадиона именно к требованиям чемпионата мира. Но у нас есть убежденность, что к тестовым матчам, самое главное, к матчам чемпионата мира все будет готово. На нас произвело очень сильное впечатление то, как Волгоград воспользовался этой возможностью, воспользовался чемпионатом мира для того, чтобы осуществить здесь масштабные преобразования и показать себя миру с самой лучшей стороны. Что касается стадиона, вы сами все прекрасно видите, как здесь просторно, солнечно, здесь хорошо дышится, и этот стадион будет самым замечательным образом служить городу, когда здесь будут собираться полные трибуны. Имеются мелкие недоделки, но мы вполне уверены в том, что тестовым матчем все будет полностью завершено. Так что, если говорить о чемпионате мира, то там мы ждем уже полную готовность. То, что здесь, именно здесь будет проходить финал Кубка России, это, конечно, очень важно. Это очень хорошая возможность протестировать стадион по максимуму. В регионе создана рабочая группа, которая сегодня формирует единую программу праздничных мероприятий, в том числе включая финал Кубка России. Конечно, вопросы обеспечения безопасности – это одни из важнейших вопросов. Мы прекрасно понимаем необходимость обеспечение безопасности огромной массы людей. Наша задача, чтобы в этот день не только прошел праздничный парад, не только традиционный бессмертный полк на Мамаев курган, но также и традиционный концерт на набережной и праздничный салют и фейерверк. Все эти вопросы, конечно, согласовываются с силовыми структурами и ведомствами. Идет планомерная работа. Надеемся, все будет в порядке. Первый тестовый матч он пройдет 21 апреля на стадионе «Волгоград-Арена». До этих сроков стадион должен быть введен в эксплуатацию.